Я Ольга Юпатина, психолог, арт-терапевт и тренер личной эффективности. И сейчас я на фитнес-фестивале. Почему я здесь и почему именно с Ольгой Дружининой? Заряд бодрости, заряд энергии, заряд позитива. Не только физически, но и эмоционально. Приходите, присоединяйтесь, потому что спорт – это движение, а движение – это жизнь. Двигаемся вместе! Меня зовут Ольга Дружинина, я организатор фитнес-фестиваля в городе Павлоград. Собрались все желающие принять в этом участие. Фитнес-фестиваль не только для тренеров, но и для тренирующихся в нашем городе. Сейчас как раз процесс мероприятия горит, тренера жгут, тренирующиеся рады и чувствуют себя хорошо. Всем привет! Меня зовут Кристина, и я участвую в фитнес-фестивале с направлением Kengo Jumps и функциональный тренинг. Я получила мега массу эмоций. Я благодарна вам всем. Я безумно рада, что вы пришли, что вы поучаствовали вместе с нами, получили эту энергию. Всем спасибо! Здравствуйте, меня зовут Елена Кузнецова. На данном прекрасном фитнес-фестивале я представляю два направления. Один – это джамфит, фитнес на батутах. Второе направление – это стикфит. Это у нас барабанные палочки, барабаним и зажигаем. Здесь мы рады будем приветствовать всех, те, кто занимается спортом, те, кто просто пришли посмотреть, кто хочет стать здоровее, красивее, приятнее, получить кучу эмоций и быть улыбчивыми всегда и счастливыми. Всем привет! Меня зовут Юля. Я сертифицированный тренер по зомбо-фитнес. Я преподаватель бачаты. И сейчас мы находимся на фитнес-фестивале, который организовала Ольга Дружинина. Это первый фитнес-фестиваль в нашем городе. Я думаю, что все гости этого фестиваля получили огромное удовольствие и надеюсь, что, может быть, в следующем году гостей будет намного больше. Приходите, вам очень понравится. Друзья, всем здравствуйте, меня зовут Ирина Сергунова, и сегодня 15 августа, это значит, что впервые в Павлограде, в нашем городе, проходит фитнес-фестиваль Оли Дружининой. Это уникальная возможность познакомиться с различными танцевальными, спортивными направлениями и найти тренера для своей души. Лично я буду сегодня преподавать мастер-класс по восточным танцам. Восточные танцы – это очень красиво, полезно для здоровья и очень эффектно. Восток доступен как деткам, так и самым-самым взрослым девушкам. Поэтому до встречи на моих мастер-классах! День добрый, меня зовут Юлия, я инструктор направления Kengo Jumps. Сегодня мы на замечательном мероприятии нашего города, организованное мощным тренером, импульсивным, Ольга Дружинина. Человек, который организовал такого масштаба мероприятия, очень значим для фитнес-индустрии. Это ярко, это классно. Хочется сказать организатору большое, огромное спасибо за то, что рискнула, за то, что пробует. Меня зовут Елена. Почти всю свою жизнь я отдала профессиональному спорту. Больше 13 лет я занималась художественной гимнастикой и дошла до кандидата в мастера спорта, но так и не смогла бросить это занятие. Поэтому сейчас я преподаю прекрасное направление, которое связано с растяжкой, непосредственно с художественной гимнастикой. Я преподаю в замечательном клубе Gift Fitness Павлоград. И сегодня я присутствовала на фитнес-фестивале. Спасибо за приглашение Ольге Дружининой, которая собрала всех нас здесь и показала, что сейчас, на сегодняшний день, спорт – это действительно важно, и это нужно продвигать в массы.